В эфире Радио России Дагестан. Маршал Дышукхами Махкхой, микрофон Халхью Умаханова Джамиля. Эфиря Кирилла Хаамш. Шула дух, что Радио Россия Махачкала Бабхи Айлха Хасюрта Баи Иса Дербенте Ба Цаа Радио Тулгенчта Хилу Дягастан Радио Нухчимата Хилу передачи. Халха Украине дахочу лерент иман операцин хал. Тахарха амштитер Росин оборонан министерства. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовской Луганской Народной Республики. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 6 танков, 8 боевых бронированных машин, 2 бронеавтомобиля и 3 самоходных артиллерийских установки. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены 2 попытки ротных тактических групп Вооруженных сил Украины атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Колымычиха Луганской Народной Республики. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 4 боевые бронированные машины. На Донецком направлении вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Дергиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 1 пикап и 2 автомобиля с боеприпасами. На южно-донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальона тактической группы Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Степное Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, 2 боевые машины пехоты, 5 бронеавтомобилей и 3 автомобиля. За прошедшие сутки оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 7 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое, Харьковской области, Стельмаховка, Луганской Народной Республики, Садовое, Тегинка, Змеевка, Херсонской области, Кирово, Донецкой Народной Республики. Дагестан Кюгалху Меликов Сергей Белых визит скачна дербенте. Белых визит дозыншка Дагестан Кюгалху Чуталорда социальный объект коммунальной инфраструктуры Белых Галах инвестиционный проект Шкочтар. Вахрынжа Машкула Меликов Сергей Дахару дербент комплексный кеоран Дагестан Республик Пачхалк программ Кочарын Кэчу. Меликов Сергей Цгахал Хажар дербенте Абарых Ба Меттигна Юлу Ешелу Школе объект еще образование Алк Оман проект Дозыншка. Белых Шта дерзу, что церню кахью монолитный каркас инженерный звенья устройства. Энсархая на тхо бюш по территории кечешу. Кюхар спортзал Йотург, Ерю Арахар футбольный, баскетбольный, волейбольный майдан. Шкел школа хирю аваин ал микрорайон Киорн Халхаргулч. Образовательное учреждение Белых Ерзарю, Шейзарт Кайхулых, Шо Чакдолш. Кизляр предприятиш югыхна Дагестане хлилу шюрье в маршруте юг. Регионан керл туристический бренд шхалтарую кизлярский конячный завод урсшде предприятий галя администрация билкулма докку карашыра шэ сурсцы дик евшилу завод штелясна дукка туристш. Шевинде дездешву кузам лерц ехан композитор РСФСР халк артист Россин Федерацин пачхалк лауреат правительствен премин лауреат Чалаев Ширвани. Тюн юбилейн лярэнда дахначырах махачклада яхерши концерт Хамбир культурын министерстве. Кангум ки театра дахурю камерны музыки концерт цигах лёкурю адалу байташ кулилу эшерш виолончелин фортепианан соната Фет Афанасий байташ кулилу трио Есенин Сергей байташ кулилу кураманс шол концерт дахурю тгаясылы ноябрь өрсе театра.
Каспийск Избербаш Халышката Эхер Расинғылып Сет Кавказский Гюенар Росгвардиян Эскарн Хелхаран Эшри Ансамблин концертны тур подполковникан бурмистрован Василий Скуйкулде школарли коллектив концертшта Эхер Российский армин Гюенна Каспийский флотилин Кобашу Качерн Дэрин музыкант Швикл Ершаты программ Цюнюк Йохшу Тиман Маршиш патриотический Эшер хореографический композитиш Избербаш Кюкалхочу Исаков Магомед Баркл Эллер Тадяхначу концерт на Солгутштир коллективно. Ашлы дегер керлычу хамшкан. Гер